Распахнулась из окна. Поезд словно лазер. Лечу бой по мокрам и на пел. Люди влекаются, люди встречаются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Да, какой сегодня праздник? 9 мая. А что за праздник это? Как называется? День Победы. В каком году? Началась. Кто знает, в каком году началась война? Нет, именно в Советском Союзе. Микрофон меня пишет, Парис. Число? А время? Вот, даже три конфеты дам. За время даже, не то что дата, время. Так, а теперь когда? Дату Победы кто мне скажет? Правильно. 45. Давайте, говорите. Чё, я скажу. Мне конфетку дадут. Дата, год Победы. Ну сегодня какой день? Год? А год какой? 45. Всё, вот. Ладно. Тебе, может, конфетки уже не интересны, но... А со мной попозже будет. Так, давайте, малыши, подключайте. А кто его? Давай, скажите. Кто подрузил знамя над Рейхстагом? Символом Победы. Что явилось? А что такое? 18 плюс здесь. Гитлера отдалось. Гитлера отдалось. Рахамжан Пашкарбаев, правильно? Давайте, пару конфет дам? Слушай. Да? Говори. Лейтенант Пашкарбаев и рядовой Булатов. А кто скажет, какого числа они подрузили? Вот это сложный вопрос, это же 5 конфет дам. Какого числа вы дружите с нами над Рейхстагом? Восьмого? Нет? А? Второго? Ну, подсказка, это понятно, где было 9 мая. Не угадал. Еще не угадал. Какого? Нет. Что 42? Число. Нет. Число. Скажи мне число. Год понятно, 45, да? Какого числа? Кто? Седьмое мая. Нет, не угадал. 7 мая? Это, ладно, да, это следующий вопрос. Что будет 7 мая? Давайте наугад. Вас тут много, по-любому. Ну кто скажет, когда Рахамжан Пашкарбаев подрузил знамя под Рейхстагом? 31 апреля. 32 апреля. О, молодец, держи. 30 апреля 45 года Рахамжан Пашкарбаев водрузил знамя с Григорием Булатовым на лестничном марше Рейхстага. Потом, время кто знает? Время водружения знамени. Время. Это был обед, подсказывай. 14.25. 14.25, 25 минут 3-го, 30 апреля 45 года было подведено официально. А 7 мая что было? Вот кто-то 7 мая сказал? 7 мая что было? 7 мая был подписан акт заговорочной капитуляции фашистской Германии. Официально вступил в силу 8 мая. Это чтобы вы знали, дети, история. Правильно? Нет. Так, какой вопрос еще вам задать? Кто что знает дополнительно? Героев. Назовите героев, действительно. Назовите героев. Ты скоро вообще есть будешь конкретно. А? Пушкин? Нет, это Пушкин, это другой герой. Других. Вот он как. Что я, если через себя ответы что-нибудь посылаю? Знаешь, передашь. Кто еще назовет героев? Мантилов держи, генерал Пантилов. Манчук держи. Кто еще? Летчиков, героев. Танкистов, героев. Нет, Гагарин это уже покойный. Ну, на еще да? За Гагарин. Ну, Пашка, назови героев. Любой улицу называй. На всех героев.
Ура, мы ушли, да. Будем считать, что это ты. О, красавчик! Молодец, держи, не урони. Молодец. Вот вы что знаете? Ты что, кого знаешь? А, ты знаешь, не говори, не можешь. Да. Держи, знай, держи. А то я вижу, он знает. А вампир? Вампир? Албакир. Албакир, я тебя понял. Не сразу, но я тебя понял. Что, Казар, а это Инди? А зачем Рахамжан, давай. День Победы. Вы прямо, смотрю, вы так организованно все сделали. Это радость, конечно, наше время. Ну, дай Бог вам здоровья. Нам мирного неба. Мы немножко споем, да? Молодцы. Женя Скана Кутаволсон. Рахмет, рахмет. От людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, в стороне от придирчивых глаз. Кто идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят пыльные пожары. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречают скорее. Он там один, земля дрожит. И я по тебе, и шел рассветный мир, улыбнулся, что юна отняла, что небо расцвела, и праздничный звонит домой. Давайте, в общем, споем эту хорошую песню в память о наших дедов, бабушек, всех фронтовиков. Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И жестче далекой руки маму, бабушка всех называет. Еще чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня не дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Mm-hmm.
Потому что верит, потому что мать, и на что надеется она? Как много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их дали в село, мальчик, что без ус их не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской развивалась ненависть свиной. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И раздался материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Пока приказан боевой приказ, противню уйдет от нас. Поздравляю с Днем Победы! Ура! Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки.